үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысының тапсырмаларға сәйкес энергетика министрлігімен келесі сұрақтар пысықталды. Бірінші, төртінші мұнай өңдеу зауытының құрылысы бойынша. Халықаралық сарапшылар мен мемлекеттің органдарының өкілдерінің қатысуымен бұрын құрылған жұмыс тобы мұнай өңдеу зауыттарының жаңғыруынан кейінгі автобензин, дизельдік отын және әуе керосинінің өндірісі және тұтынуының болжамды балансының толық талдауын жасады. Жұмыс тобының қорытындысы бойынша мұнай өңдеу зауыттардың жаңғырудан кейінгі жанар жағармайдың өндірісін ұлғаю, ішкі нарықты толығымен қамтуы тек орта мерзімге ғана жетілмек. Болжал дана тұтынушылық өсім есепке алғанда автобензин тапшылығы 2021-2023 жылдары мен дизельдік отын 2023 жылдары арасында және әуе керосин тапшылығы 2026 жылдан кейін пайда болуы мүмкін. Енді келесі кезеңде жаңа мұнай өңдеу зауыттың құрылысы мен қаржыландыру нұсқалары мерзімдері потенциалдық инвесторлармен келіссөздер жүргізу жөнінде жаңа жұмыс тобы құрылуда. Жұмыс тобымен тиісті жол картасы әзірленеді. Оны біз осы бейсенбі 15 ақпанда ведомствоаралық комиссияның отырысында бекітуге ұсынамыз. Уважаемый Бахчан Дедович, по проектам нефти и газохимии. Фонд «Самрук-Казна» реализует два крупных газохимических проекта по производству полипропилена и полиэтилена общей стоимостью 9 миллиардов долларов США, по которым Министерство энергетики оказывает системные меры господдержки. По первому проекту производство полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, стоимость 2,6 миллиардов долларов США, решены вопросы обеспечения сырьем, это газ из ресурсов ТШО. На законодательном уровне устранены барьеры по процедурам привлечения иностранной рабочей силы, применения международных норм при проектировании и строительстве. В конце 2016 года заключен EPC-контракт с китайской компанией CNCEC. В 2017 году разработано ПСД, выдано уведомление генеральному подрядчику о начале строительных работ. Для строительства инфраструктуры нефтехимической СЭС в городе Атырау государством было выделено 110,7 миллиардов тенге. На сегодня по проекту полипропилен ведется детальный инжиниринг, готовится к заказу оборудования длительного срока изготовления. В 2018 году предполагается на площадке начать свайные фундаментные работы, а также прокладку подземных и инженерных сетей. В соответствии с графиком срок завершения строительства данного объекта 2021 год. Касательно второго проекта по производству полиэтилена мощностью 1 250 000 тонн в год, стоимостью ориентировочно 6,5 миллиардов долларов США, 7 февраля на совещании у первого вице-премьера Мамина Оскара Узакбаевича стратегический партнер компании «Бореалис» презентовал результаты предварительного ТО. Мы отметили сроки первоочередных мероприятий, таких как подписание в марте меморандума «Термшит» с правительством Казахстана. В том же месяце создание совместной компании для начала разработки полномасштабного ТО. Завершение ТО проекта ожидается до конца 2018 года. Бахчан Дедович, завтра под вашим руководством правительства планируется проведение отдельного совещания по данному проекту, на котором мы хотели бы детально доложить по всем необходимым мерам государственной поддержки данного проекта. Несколько слов по газификации города Астаны. В целях газификации города Астаны, центральных северных регионов, компанией «Казтрансгаз» было разработано ТО проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка», имеется положительное заключение экспертизы. На текущий момент ведутся активные переговоры по вопросу финансирования проекта за счет привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. В связи с этим формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей Министерства нацэкономики, финансов, Акимата Астаны, Самрук-Казны, Казмунайгаза для определения условий и схемы финансирования проекта магистрального газопровода «Сарыарка». Социально-экономический эффект от этого проекта – это прежде всего перевод на газ в Астане 192 частных котельных,
48 малых коммунальных котельных, частного жилого сектора, это порядка 22 тысяч домов, а также водогрейных котлов ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 с дизельного топлива на газ. И, соответственно, улучшение экологического состояния Астаны, по оценке, снижение выбросов порядка на 35 тысяч тонн выбросов в год. Кроме того, вдоль трассы магистрального газопровода появится возможность для развития инфраструктуры, а также создания новых производств с использованием природного газа. Бахчан Дирович, мы готовы будем доложить по этому вопросу тоже на совещании, которое вы назначили на завтра. По снижению тарифов на электроэнергию. Министерством формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей Министерства нацэкономики, других заинтересованных органов НПП «Атомикен» в целях пересмотра отдельных тарифов на электрическую энергию. Если разрешите, несколько слов по обеспечению углем населения, то, что на совещании было с участием Акима. По оперативным данным, с начала 2018 года добыто 12,7 миллионов тонн угля, что составляет порядка 97% к аналогичному периоду прошлого года. Угледобывающим предприятиям с начала 2018 года отгружено электрическим станциям 7,3 миллиона тонн угля, на коммунально-бытовые нужды населению 1,2 миллиона тонн угля, на промпредприятие 952 тысячи угля, на экспорт около 3 миллионов тонн угля. 3% отставание по добыче в первую очередь было связано с низкими температурами и работой гидравлики на угольных разрезах среднего и малого размера, но сегодня темп восстановлен, и мы думаем, где-то в середине месяца мы более чем на 100% добычу свою подтвердим, Бахчан Дирович. В целях налаженной системной работы по обеспечению углем просим вас дать поручение местным исполнительным органам осуществлять ежесуточный мониторинг по поставкам, реализации и остаткам угля на точках реализации и на ежедневной основе представлять информацию в штаб Министерства энергетики по специальной форме. Далее на ежедневной основе мы будем направлять систематизированную информацию на ваше имя сюда, в канцелярию премьер-министра.